Неожиданное повышение. Из разных районов области мы получаем сообщения от жителей о резком повышении цен на обслуживание внутридомового газового оборудования. Цена взлетела вдвое. Сумма 3983,96. Было 569 и стало 1198. Оплатить услуги за 2020 год по обслуживанию оборудования газового. Они приходят мыльной водой смазать вот это соединение и, наверное, вот это соединение. Все, это все, что входит в их обязанности. Сумма превышает в два раза предыдущую сумму. Я не понимаю, за что. Надо отдать на раз такие платежи. А за что, тоже не знаю. Уж если бы действительно ходили, проверяли бы. Ко мне никто не приходил. Вот я говорю, вроде договор-то заключила. Все было понятно, что они в декабре придут ко мне, но они не пришли. Я с Верой на месяце здесь нахожусь. Здесь никто ни разу не был. Хотя бы вытяжку посмотреть. Вентиляция работает, чтобы не задохнуться. Прошлый год столько, а в этом году давайте в два раза больше. А почему не в три раза больше? Или не в пять раз? Цены в два раза. У меня вот прошлый договор, вот ценник. 760 рублей наличные. А теперь вон 1400 с лишним. Чужие принимаем. Откуда такие цены, это не ко мне. Ну, то есть люди жалуются, да, что тарифы выросли? На второй этаж, пожалуйста. Вы спросили, я вам ответила. Почему тарифы вот за обслуживание газового оборудования в два раза цены выросли? Это обращайтесь наверх, договорной идет участок. Мы сами по факту знаем, что вот. Ну, все такой вопрос, что так много выросли. А много вообще приходит людей с вопросами? Если есть возможность, приходите сюда лично поговорить. Это все туда, к руководству. Она мне ответила, в этом году подорожало, все подорожало в два раза. Вот весь ответ. Представители «Газпрома» говорят, что увеличение платежа произошло из-за постановления правительства России, согласно которому увеличена частота проверок. Раньше договор заключался на 3 года, и обследование проводили один раз за этот срок. Теперь договор годовой, и проверку будут проводить раз в год. У граждан был заключен договор трехгодичный. То есть раньше это было, требование было не реже одного раза в 3 года. И плата за этот договор у них была по годовой. То есть разбит тот же самый платеж на 3. И сейчас новые квитанции пришли тем, у кого действие договора, заключенного в 2017 году, либо раньше, заканчивается. То есть действие старого договора закончилось, и сейчас в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации заключаются новые договоры. И в продолжении газовой темы. Сегодня днем в Нижегородском районе отравилась целая семья. Муж, жена и маленький ребенок. Первоначальные исследования подтвердили отравление угарным газом. Вся семья была госпитализирована, но отца достаточно быстро отпустили из больницы, и мы смогли с ним переговорить. Ну, доза небольшая была, там в пределах 15-20% карбоксигенового гемоглобина. То есть все хорошо. В больнице, а что случилось? Еще поломка, что? Ну, видимо, тяга плохая была, да. Здесь отопление котельная. Газовые котлы, да? Да, газовые котлы. Давно проверяли вас? Ну, проверяли, наверное, ну, как положено, я думаю, где-то месяца 8-9 назад, ну, около года. Сейчас супруга, ребенок, я понимаю, они... В больнице состояние хорошее, да, ну, на всякий случай, все-таки в больнице по наблюдениям. Будем сначала с газовщиками разбираться, как бы выяснять, что называется, в чем причина и как ее устранять, а там дальше уже будем думать. Кстати, в «Газпроме» отказались комментировать это отравление. Как сообщил пострадавший, договор на обслуживание внутридомового оборудования у него был.